Встречайте, председатель правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Борисович Миллер. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня у нас с вами знаменательное событие. Сегодня мы вводим в эксплуатацию газопровод «Силы Сибири». Это один из самых масштабных инвестиционных проектов в мировой газовой отрасли. И один из самых сложных в техническом плане проектов «Газпрома». «Сила Сибири» — это стержень газотранспортной системы Российской Федерации в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. И, конечно же, в первую очередь задача газопровода – обеспечить надежное газоснабжение и газификацию этих регионов. Ну и, конечно же, обеспечить поставку газа на экспорт, на азиатские рынки. И сегодня также будет подан первый газ в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Вы знаете, это действительно историческое событие. И сегодняшний день, будущие поколения, когда будут круглые юбилеи начала поставок газа в Китайскую Народную Республику, так же, как и 50 лет поставок российского газа в Европу, будут праздновать на самом высоком политическом уровне. И грядущие поколения скажут добрые слова строителям, людям, которые создавали, строили силу Сибири. Сегодня начнутся поставки газа от самого крупного экспортера в мире, от России, от «Газпрома», самому крупному импортеру газа – Китаю. И вы знаете, что темпы роста потребление газа в Китае самые высокие в мире. Это самый динамично растущий газовый рынок. Успех «Силы Сибири», конечно же, это успех, который обусловлен нашим с вами опытом, нашими уникальными компетенциями, самоотверженной работой. И, конечно же, здесь надо отметить то, что мы с вами газопровод построили раньше директивных сроков. И я хочу сказать вам всем огромное спасибо. Вы все просто большие молодцы. России и «Газпромом» есть чем гордиться. Поздравляю и вперед к новым победам! Алексей Борисович, просим приступить к церемонии награждения. За особые заслуги, проявленные при строительстве и вводе в эксплуатацию магистрального газопровода «Силы Сибири», благодарность ПАО «Газпром» объявляется. Городецкий Александр Николаевич, слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда Свободинского ЛПУ МГ общества «Газпром Трансгаз Томск». Городнов Михаил Александрович, водитель первого класса Чаединского НГПУ общества «Газпром Добыча Ноябрьск». Гребенщиков Константин Владимирович, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда Алданского линейно-производственного управления магистральных газопроводов общества «Газпром Трансгаз Томск». Картышкин Владимир Борисович, трубопроводчик линейный 5-го разряда Нерюнгринского линейно-производственного управления магистральных газопроводов общества «Газпром Трансгаз Томск».
Курочкин Алексей Владимирович, инженер второй категории службы технологической связи Сковородинского, линии производства управления магистральных газопроводов общества «Газпром Трансгаз Томск». Санников Борис Дмитриевич, инженер по эксплуатации нефтегазопровода второй категории Нерюнгринского, линии производства управления магистральных газопроводов общества «Газпром Трансгаз Томск». Сибиркин Геннадий Анатольевич, трубопроводчик линейный 4-го разряда Алданского, линии производства управления магистральных газопроводов общества «Газпром Трансгаз Томск». Сидельников Владимир Владиславович, начальник отдела по сопровождению проектов на этапе строительства Ленского отделения ОРСО общества «Газпром Добыча Ноябрьск». Цин Артур Вячеславович, ведущий инженер отдела капитального строительства Ленского линейного производства управления магистральных газопроводов общества «Газпром Трансгаз Томск». Спасибо, Алексей Борисович. Генеральный директор общества «Газпром Трансгаз Томск» Анатолий Иванович Титов. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Действительно, сегодня, наверное, событие, которое, ну, наверное, мы с вами оценим по прошествии определенного времени. Алексей Борисович, 5 декабря 2012 года приказ номер 493 вы поручили, «Газпром Трансгаз Томск» назначили заказчиком на реализацию проекта «Сила Сибири». Сегодня, 2 декабря 2019 года, первый этап совместно с нашими подрядными организациями завершен, и, как вы сказали, газ сегодня будет подан на сопредельное государство. Разрешите от имени коллектива «Газпром Трансгаз Томска» вручить вам знак за номером 3001. Это участник строительства «Силы Сибири». Еще раз всем спасибо, все огромные молодцы, и сотрудники «Газпрома», и подрядчики, и наши поставщики сработали на отлично. Просто действительно есть чем гордиться. Новых успехов. Спасибо. Уважаемый Алексей Борисович, приглашаем вас сделать общую фотографию с коллективом.